Когда встречаются врачи разных специальностей, играет крайне важную роль в развитии здравоохранения. Почему? Потому что это как раз тот этап, когда происходит обмен мнениями и когда совокупность знаний, достижений новых переходит из количества в новое качество. Когда появляются и обосновываются новые методы диагностики, новые методы лечения, новые методы реабилитации. И это играет крайне важное значение для развития не только онкологии, а вообще здравоохранения. Я хочу прежде всего сказать, что онкология сейчас играет очень важное значение в продлении жизни наших граждан. Почему? В Российской Федерации продолжительность жизни превысила 72 года. И сейчас на первое место начинают выходить именно онкологические заболевания. Это связано с тем, что как раз в возрасте после 70, после 75 начинаются не только некоторые поломки в организме, но, к сожалению, и поломки в иммунной системе. Поэтому онкологическая патология выходит действительно на ведущие роли в структуре заболеваемости, в смертности. И надо понимать сейчас, что достижения медицины таковы, что онкологический диагноз – это уже не приговор. И ранняя диагностика, современные методы терапии, причем комплексной терапии, не только хирургические, сейчас уже на первое место выходит химиотерапия, лучевая терапия, позволяет не только продлить жизнь, но и позволяет жить полноценной социальной жизнью и позволяет во многих случаях добиться излечения заболевания. Поэтому я хочу всем участникам этого форума пожелать, ну, прежде всего, конечно, здоровья, для того, чтобы они сами были здоровы и могли и дальше работать в столь важной области, как онкология, и добиваться новых успехов.